Давайте знакомиться, как вас зовут? Иса Амунра. Это как тот бог египетский? Как бог солнца египетский, да. Богиня Дона Луна дала мне такое имя. И Иса — это тоже божественное имя, это в честь Иисуса, Иисуса Христа, мусульманское имя, и оно объединяется — Иса Амунра. Скажите, а почему именно вам досталось такое сильное имя? Потому что я фаворит Фортуны, фаворит Дона Луны, ее правая рука, ее друг и помощник, и бдительный защитник. Вот мы сегодня очень много беседовали о камнях. Я вижу, что у вас тоже есть некий и не один камень. Расскажите нам, какие камни носите и почему выбираете именно их. Это камень защищает меня от порчи. Мне его дала Дона Луна. Это Агат? Денежный камень. Да. Это денежный, он привлекает денежную энергию. Это на силу, клык. Клык. На мужскую? Да, на мужскую. На мужскую силу. Тантрическая, тантрический секс, ну и так далее. Ох, друзья, если вы повстречаете этого молодого человека, держитесь, у него все камни сразу. И будет еще больше. Все впереди. И вас он обязательно одарит многими камнями, которыми вы пожелаете. Мы приглашаем вас всех принять участие в передаче «Фавориты Фортуны», передачу, которая ведет Дона Луна. Если вы считаете себя фаворитом Фортуны, владеете какими-либо способностями, магией, эзотерика, оккультизмом и так далее, или вы успешный бизнесмен, певица или дизайнер, приходите к нам и расскажите о себе. Друзья, я уже иду, как вы поняли, Дона Луна тоже одарила меня с широкого плеча барского камнями, теперь я тоже в команде. И еще смотрите ВКонтакте, на Ютубе мой фильм «По секрету мы все боги». Я снял фильм о великом посвященном и гениальном актере Никите Джигурде. Фильм «По секрету мы все боги». Secretly we are all gods. Le ciel de notre cœur. Небо у нас в груди. Как говорит мой наставник Никита Борисович Джигурда.